Блин, вот я, представляешь, живу, блин, даже футболки нету Sex Pistols. Блин, сам бы футболку Sex Pistols. А говорят, если хорошо помечтаешь, то и будет футболка Sex Pistols. Ну а посесть, может, и будет футболка Sex Pistols. Подумай так. Блин, как я хочу футболку Sex Pistols. Ба, нифига себе! В натуре мысли работают, бля! Вот это классно! Ха! Может я волшебник? А, блин, я хочу футболку себе Rancid. Да, сейчас бы еще футболочку Rancid. Было бы еще круто. Бо, нифига себе, мысли реально работают. Бля, нифига, сейчас я себе еще круче закажу что-нибудь. А то Sex Pistols, Rancid, там это как. А что-нибудь будет хорошее, так что я хочу. Блин, сейчас я хочу, знаете, что себе? Я хочу себе балахон Sex Pistols, где сидит с банкой стоит такой. Сейчас он... Ой, я как представляю, как у меня сейчас балахон будет Sex Pistols, сидит такой с банкой стоит. Я сейчас открываю и будет балахон мне Sex Pistols. А, что это такое? Блядь, что это за тельняшка, блядь? Я хотел, блядь, что такое? Я... Блин, а, блядь, надо было оставить футболку себе Rancid. Может, сейчас получится Rancid вернуть себе. Хочу футболку Rancid. А, блядь, капец. Скреп, ты просто размечтался. Идиот, надо было брать то, что у тебя самоклёво. А не то, как это. И золотая рыбка, хочу то, хочу это. И остался до скреп в тельняшке. А бабка осталась возле корыта. И, блядь, это замрад змея. Да, Анушка, правильно. Надо ценить то, что есть, а то можно все потерять и остаться как бабушка возле корыта разбитого. Капец. Ладненько, цените, люди, что у вас есть, а то можете все потерять. Так же, как я. Остался в тельняшке в этой какой-то. Ладненько, пока вас всех. Я вас всех обожаю, люблю. Пока.